Доброго времени суток, дорогие милые люди. Очень рада вас приветствовать на очередном практическом групповом сеансе. У нас сегодня все про здоровье, но я решила включить тему «Все про зрение». Смотрите, про зрение, да? Прозрение. Само слово прозрение даже. Прозрение. Да, все прозрение. Именно прозрение есть духовное, естественно. Оно многоуровневое и есть физическое. То есть это слово на самом деле прозрение. То есть мы говорим о глазах, а имеется в виду о прозрении человека. Это как приходишь к окулисту, а у него минус 15. Это противоестественно. Человек, который занимается собой, он здоров. Понимаете, вы должны это четко осознать. Значит, зрение, да, оно очень туго восстанавливается. Это на самом деле так. Почему? Потому что у него, у зрения, первопричиной является скрытая ненависть. Так, на всякий случай. Это диагноз первопричины. То есть от любви до ненависти один шаг, знаете? Mm-hmm. Это примерно вот в это прозрение. Это является, она сразу, ненависть, состояние, да, в котором мы находились все абсолютно, не только в этом воплощении, но и в тех, ненависть бьет по зрению очень быстро.